секунда подействует так, что его либо там по голове ударит, либо током ударит, либо на машине. Почему? Вы хотели, говорите, да блин, а это воспринимается как программа сокращения жизни. То есть это выглядит так. Ой, как же меня разочаровало, меня так разочаровало, лучше бы я сдох. Или лучше бы я вообще не жил, лучше бы я вот этот период вообще не видел, как будто меня не было. Эх, вообще. И вот этот вот период, он может быть такой экзальтированный, очень мощный, энергетический, прямо ненависть такая смешанная с разочарованием сумасшедшим. С чем угодно может быть связано. Может в кино это быть. Вы смотрите, но там наша энергетическая структура вся, и восприятие нашей матрицы жизни, нашей жизни, она как зеркало. В ней отражаются те события чувств, которые возникают. И могло это чувство, которое у вас возникало, оно могло отразить.